Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня я вам покажу некоторые фокусы, трюки для Windows 7. Первый фокус, или трюк, или секрет, кто как любит называть, это очень простой. Заходим в пуск. Вот, у меня здесь есть слово «выполнить». Что-то в виде команды строки, наподобие. Вот. Что нужно сделать, чтобы эта строка появилась в пуске? Надо нажать «Свойства», «Меню пуск», «Настроить». Вот, команда. Если ее убрать, нажать «Ок» и «Поименить», то она исчезнет. Чтобы она появилась, нужно сделать то же самое, но в обратном порядке. Вот. Это первый трюк. Фокус, ну или мошенничество, кто как любит. А второй, это тоже немного важный. Люди, некоторые перешли на Windows 7, но до этого у них была Vista. И, может быть, они еще не привыкли. Чтобы упростить их изучение на этой винде, можно сделать некоторый трюк. Нажимаю панель задач, использовать мелкие значки, а здесь группировать, применить. Окей, видите, чуть похоже. Чтобы это восстановить, можно, надо делать то же самое, но в обратном порядке. С вами был Дмитрий Дичков, или если будете искать на форумах, КТКБан 25. До свидания.